В Москве с аншлагом прошел первый концерт Ольги Бузовой. Ну, новоявленная певица презентовала сразу две новых песни «Лететь» и «Люди не верили». По словам организаторов, места на концерте были раскуплены моментально, а сам клуб, где все это происходило, разрывался от желающих поглазеть на поющую Бузову. Однако в этом многие нашли минусы. На танцполе было тесновато. Ну а что касается самих синглов «Восходящей звезды», они тут же стали хитами.